Привет. Так, чат включен, правила все те же. Политики ходят в бан. Он не отвечает, мы сейчас туда придем, а он на той стороне уже. А так еще все горький парк на танцы. Сегодня на привет. Думаю, на танцы пойти. Далеко ходить не хочется, хочется постоять, посмотреть. Не мешаю? Идем на танцы.
Нет. Здесь у них танцы? Танцы, по идее, везде должны быть. И там, и на набережной. И здесь. На набережной, которая... Вот там, на набережной. Не знаю, здесь очень много площадок танцевальных. Про какие спрашивают, непонятно.
Yeah.
Сегодня пятница, что может кроме танцев быть? Thank you.
Но потом хулиганы все будут наказаны, сразу говорю. Thank you.
танцы веселее, слева или справа? Прямо я не могу. Я знаю.
Самое жаркое место здесь, конечно. Thank you.
забанил этого. Передохнули, можно дальше. Но сегодня, я не знаю, здесь людей обычно больше, почему-то мало в парке Горького. И сверху, и здесь. На море все уехали. Так тут вроде танцы до 11 часов. А, ну, суббота. Я думаю, наверное, буду только на танцы ходить. Весело. В Музеоне где-то площадка есть, они переехали с смотровой возле Академии наук.
на танцы. Я вообще думал. Площадочка за этой, там какие-то танцы странные, надо туда сходить, сейчас я скажу. Только мы обделили их. Там классно подсветку сделали. Я сейчас подловился.
закончилось, что ли? Что-то будет экстравагантное. Властелина колец, наверное. Танцы еще пойдем или все, закрываемся? Людей очень мало. Тут обычно дорогу не перейдешь. Пойдем за девочками на танцы опять. Сколько времени? Час. А, точно, да нет, это не на дачу поехали, это... Может, на моря уже едут? Середина июля. А что сейчас на даче? Малина пошла? Thank you.
парочки уже сформировались. Сюда и будем закругляться. Запись 2007 года, матч Бразилия-Аргентина, не знаю. Может, какие-то воспоминания? Что? Стрим идет? Да, стрим. Привет, я снова за канал. Да там, для сайта. We'll be right back.
Нет, я всех в баню потом прихожу домой, всех в баню. Вот и модерн.